Всем привет! Это новый выпуск «Афиши». С вами Анна Васильева, и я расскажу, какие мероприятия стоит посетить в преддверии Нового года в нашем любимом городе Иркутск. Для тех, кто устал от рутины и хочет погрузиться в атмосферу ярких огней, предлагаем космическое приключение к новым звездам и галактикам. Успейте посетить программу «Разноцветная вселенная» в Большом Иркутском планетарии в школе номер 19 до 25 декабря включительно. Вы совершите путешествие вдоль электромагнитного спектра, чтобы своими глазами увидеть мир, заполненный невидимым излучением. Вселенная откроется, как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов. И в этой картине запечатлена вся история мироздания. Знакомство со звездным небом позволит вам узнать, какие планеты сейчас можно увидеть ночью, как найти основные созвездия и звезды. Стоимость билета от 400 рублей. Последняя неделя перед Новым годом – счастливое время праздничной суеты и предвкушения приближающегося торжества. Подарки – незаменимый элемент праздника. Они радуют и удивляют ваших друзей и близких, оставляют ощущение тепла и заботы. Однако важен не только сам подарок, но и эффектная упаковка. Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина приглашает поучаствовать в мастер-классе «Креативная упаковка новогоднего подарка». Участники мастер-класса узнают об истории подарочной упаковки, о правилах преподнесения подарка и его оформления, об основных тенденциях и трендах в этой сфере. Также все желающие смогут прийти на занятия с заранее подготовленными подарками для своих близких и создать оригинальное оформление упаковки под руководством мастера. Мероприятие пройдет 23 и 24 декабря. Стоимость билета 100 рублей. Какие новогодние концерты проходят без мировых хитов? Камерный хор Иркутской областной филармонии приглашает провести вечер 25 декабря с праздничной программой известных произведений советских и русских композиторов. Запоминающиеся мелодии Исаака и Максима Дунаевских, Геннадия Гладкова, Андрея Петрова и многих других музыкантов, чьи мелодии зададут нужное настроение слушателям всех возрастов. А украсит программу выступление инструментального трио, в состав которого входят артисты Иркутского русского оркестра Василий Шекин, Игорь Судаков и Алена Молчанова. Билеты на концерт стоят от 300 до 400 рублей, в зависимости от выбранного места. Для любителей кинотеатров предлагаем к просмотру новый российский мультфильм по мотивам всеми любимой сказки «Щелкунчик и мышиный король». В рождественскую ночь, когда с неба упала звезда, юная Мари загадала желание снова стать маленькой и вернуться в то время, когда она была счастлива. Желание почти сбылось, она оказалась в окружении своих оживших игрушек. Ожил игрушечный щелкунчик. Оказывается, это заколдованный принц королевства волшебных цветов. Снять чары может помочь только волшебная флейта, на поиски которых и отправляются друзья. «Щелкунчик и волшебная флейта» — это семейная лента с новой интерпретацией классического сюжета. А кроме классических произведений Петра Чайковского, в картине прозвучат новые мелодии современных композиторов. Продолжительность мультфильма — 1,5 часа. А если вы хотите провести в компании уже упомянутого «Щелкунчика» 31 декабря, в Иркутском музыкальном театре имени Загурского состоится балетная постановка по сказке. Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского – вершина мирового хореографического искусства. Языком гениальной музыки и танца рассказывается чарующая история, возможная только накануне Рождества. После такого мероприятия праздничное настроение точно сохранится надолго. Стоимость билета от 300 до 1000 рублей в зависимости от выбранного места. На этом все. С вами была Анна Васильева. Поздравляю с наступающими праздниками. Желаю провести их интересно и получить массу приятных впечатлений. До новых встреч на Афише!